Инфекционисты назвали топ-5 инфекций, которыми путешественники заражаются на российских курортах. Это ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и венерические инфекции. Чтобы обезопасить себя, врачи советуют соблюдать правила личной гигиены, отказаться от купания в грязной воде и питания сомнительными продуктами. Кроме того, призывают пользоваться контрацепцией. Это программа «Актуальное интервью». Меня зовут Роман Выстроп. Здравствуйте. Так вот, в случае инфицирования нужно немедленно обратиться к врачу в соответствующее учреждение. Об одном из таких мы сегодня и поговорим. У нас в гостях главный врач Краевого клинического кожно-венерологического диспансера Михаил Земцов. Михаил Алексеевич, начнем с самого начала. Развитие, становление диспансера, какие изменения произошли за годы его существования? Ну, знаете, при советской власти любили говорить, а что было до революции? Ну, скажем так, до революции в Ставрополе практически ничего не было, за исключением, как тогда говорили, стационария на 10 коек. Все больные на общем приеме, неудобства. Если у кого-то хватит сил и любопытства, есть великолепная работа Бахутова, медико-топографическая история города Ставрополя 1887 года. И вот там описаны те проблемы, которые в принципе, скажем так, спектрально не изменились. Это распространение венерических заболеваний, это, скажем, зачастую бездумное отношение к себе, это боязнь не ходить к врачам. Знаете, очень забавно читать, это было-то больше 150 лет назад, и там написано, многие предпочитают обращаться к знахарям, бабкам и так далее, и не хотят идти к врачу. Ну и объясняют, почему это происходит. 10 коек, потом революция. Во время революции очень интересная была ситуация. У нас был такой подвижник, доктор Осипянс, который при госпитале создал отделение венерологическое, потому что гражданская война – это самый большой в истории пик заболеваемости сифилисом. После этого он добился создания госпиталя венерического. Потом он очень быстро, в связи с тем, что власть переходила из рук в руки, приказал долго жить. Но уже в 2020 году усилиями этого подвижника в городе Ставрополе был организован в Ставрополе на Кавказе, как писали, кожно-венерологический институт. Располагался он в здании музыкального салона купцов Леонидовых, ныне первая музыкальная школа. В этом помещении, в этом здании расположился кожвен-институт. Это весна 2020 года. И этот институт стал выполнять фактически функции диспансера, которых еще, естественно, никто не знал и не слышал. То есть диспансера как такового не существовало. Там был стационар, там был директор, там была пара врачей, причем некоторые врачи работали на добровольной основе, не получая заработной платы. Естественно, были конюхи, стопники и так далее. Но, тем не менее, институт на себя взял всю многогранную работу по профилактике, санпросветработе, выявлению, лечению и так далее, и так далее. То есть это было очень здорово. После трехлетней работы, существования не будем говорить, был съезд в Москве, и было принято решение об организации диспансера. Ну, естественно, диспансер располагался на той же базе того же института, продолжая те же самые функции. Причем это очень интересно то, что это был первый кожвен-институт в Российской Федерации. Даже в Москве позже был образован, нежели в Ставрополе. В Ставрополе был первым на территории Российской Федерации. То есть считаем, что наша служба началась с 2020 года, с института, кожвен-института. После этого переезжал неоднократно диспансер, уже переезжал в разные помещения, и всегда эти помещения были с налетом истории. И диспансер наш, не прерывая, в общем-то, своей работы, только на время оккупации немецкой, 170 дней его не было. А потом он снова возник, работал. И хочу сказать, что он выполнял свои функции и выполняет свои функции. В настоящий момент диспансер располагается в нетиповом. Это здание районной больницы, ну, приспособлено под наши нужды. В 75 году построили на востоке города Ставрополя то, что называлось замком коварства и любви.
Это сейчас лечебное учреждение на 140 коек круглосуточных. Почему? Потому что у нас край большой, у нас плечо, допустим, от Новопавловки, там, от Курской достаточно большое. И больные, которые нуждаются в лечении, получают лечение у нас в условиях круглосуточного стационара. 140 коек, из них 80 – это венкоеки, 60 коек – это дерматологические. Мы не были препрофилированы под ковид, понимают специфику нашей работы. Мы единственный круглосуточный стационар на территории Ставропольского края. Есть 15 коек еще в Буденновске. Вот. И все остальное представлено или стационарами дневного пребывания. Это наши два филиала в Ессентуках и в Георгиевске. Или это отделение, кожевенное отделение в Кисловодске, Пятигорске, Невинномысске. Во всех районах у нас есть дерматовенерологи. Числом аж 39 таких кабинетов, а всего работающих 125 человек дерматовенерологов. Половина из них имеют категории квалификационные. Это, ну, это не, было бы лучше, если бы было 70%. Но вот у нас 50%, скажем, людей имеют квалификационные категории. Из них большая часть – это высшая категория. Ну, соответственно, первая, вторая, самая малочисленная группа – это вторая категория. Молодежь мы не держим, мы, наоборот, подвигаем. Стараемся, чтобы соблюдалось в пределах закона продвижение при соответствии, так сказать, профессиональных и интеллектуальных способностей, чтобы молодежь росла. И в этом отношении у нас нормально. И с показателем врачей на население мы находимся абсолютно, так сказать, в пределах показателей Российской Федерации. Вот сейчас же все медицина двигается вперед. Опять же, взять развитие вашего диспансера за вот эти годы, которые вы рассказали. Болезни нет. Медработники, молодые специалисты, те, кто уже работает. Постоянное развитие, это необходимо в медицине. У вас как проходят это? Семинары, встречи? Возможно, вы уже делитесь опытом и там, на базе своего медучреждения проводите. У нас очень интересная специальность, понимаете. Вот сейчас, в принципе, нас всех медиков пытаются сделать ремесленниками хорошими. Чтобы было понятно, мы работаем в соответствии с порядком оказания помощи больным по профилю дерматовенерологии. Точно так же работают хирурги, там, проктологи, урологи, онкологи. Все в пределах порядка. Порядок определяет как, что, зачем и так далее. В идеале наших больных должен посмотреть вначале участковый врач или семейный врач, или фельдшер, что-то увидеть, если что-то заподозрил, направить с направлением и так далее. Мы чаще всего получаем больного непосредственно с улицы, который имеет возможность записаться к нам по инфомату, которую сейчас мы ремонтируем, по системе телефонной связи, там стоит многоканальный телефон, по интернету, пожалуйста, все это можно, это самое. Каждый больной имеет возможность отследить свое пребывание в диспансере в личном кабинете, когда мы говорим о цифровизации, пожалуйста. Все записи у нас идут в электронном виде, к сожалению, мы пока еще дублируем на бумаге, и к исходу рабочего дня врач все то, что он увидел, написал, назначил, все отправляется в электронное облако для анализа вот этим вселенским разумом Минздрава. То есть выборочно. Цифровизация вас не обошла стороной в полной мере. Ну, я хочу сказать, что у нас под 90% вот выполнено оснащение компьютерами и так далее, и так далее. Ну, пока недостатка их не ощущается. В диспансере поликлиника на 250 посещений в смену, причем врачи, которые сидят в поликлинике, большинство молодежь. У нас есть зубры, которые мозговой центр, наша, так сказать, надежа и опора. У нас есть кафедра. Сейчас кафедру возглавил в связи с тем, что у нас был блестящий профессор Чеботарев с мировым именем. К сожалению, умер во время ковида. И вот эта наша молодежь, она прогрессивная. Мы учимся постоянно. То есть вот то, что сейчас все говорят НМО, непрерывное медицинское образование, оно не понаслышке. Мы практически еженедельно, иногда ежедневно смотрим и участвуем во всех семинарах, коллоквиумах, консультациях. Телемедицина у нас есть, соответственно, тоже мы ей пользуемся. Понимаете,
Вот это подошел к тому, что порядки оказания помощи. Вот сейчас порядки оказания помощи, за ними следуют клинические рекомендации, которым должны следовать все врачи. То есть работаешь по клиническим рекомендациям, это все хорошо, ты в рамках закона и так далее. Какой-то неординарный случай, должны собрать врачебную комиссию. Ну, это сейчас диктует время, в принципе. Ну, я к чему говорю, что время, скажем, искусства, да, оно потихонечку сворачивается. В дерматологии вот так не получается, чтобы все свернуть и отказаться от искусства и перейти к ремеслу. У нас чуть меньше 10 элементов, которые называются первичными. Да? Ну, для народа это прыщ, бубырь, волдырь там, и так далее. Вот из комбинации вот этих... Скажем, видимые, да, такие явные. Видимые. Из комбинации вот этих несчастных первичных элементов складывается 3500 диагнозов. То есть имеет значение все. Локализация, группировка, цвет, оттенок, на основании, без основания и так далее. Вот можете себе представить, да? Всего-навсего вот на одной руке чуть можно добавить, это первичные элементы. А из этого 3500, то есть наши врачи, они должны быть очень, обладать цепким взглядом, уметь анализировать, уметь вспоминать. У нас не считается зазорным, если вот больной поступил, кто-то бежит и говорит, там такой интересный больной, там унилатеральный дерматоз, ну это он или не он. Достается потихоньку атлас, смотрится на вот эти наши все такие солидные буквари. Это не стыдно, потому что мы в поиске постоянно. Но, тем не менее, мы сейчас работаем по клиническим рекомендациям, мы работаем по порядкам, мы работаем по стандартам. И отклонение вот от всех стандартов или клинических рекомендаций, это, естественно, решается все комиссионно. Поэтому что пациенты могут не бояться. Они не во власти одного врача, который, так сказать, произвол творит. Нас очень жестко проверяют страховые компании, фонд медицинского страхования, профессионалы высокого класса, буквально до запятой все вычитывают, все это, так сказать, штрафуют нас, когда мы заслуживаем штрафов. Ну, мы стараемся свои деньги не терять, работать не только хорошо с пациентом, но и с документом тоже нужно работать хорошо. Поэтому вот наша школа, она неплохая. К нам едут больные из сопредельных республик, из Ростовской области, там тоже очень хорошая школа. То есть сейчас новый завкафедрой, он продолжатель традиций. В принципе, традиции заложены, они не нарушаются, не, так сказать, никаких революций не происходит. Все, что хорошее, приумножается. Были блестящие руководители, был профессор Марьясис, он был такой всенародно известный, он уповал и на половое воспитание, был блестящим клиницистом, был главный врач Феодориди. Ефим Федорович, который очень много сделал, начиная с строительства нового здания, которое сейчас уже не очень новое, но тем не менее такие подвижники. Все стараются что-то хорошее сделать. Ну, мы тоже стараемся, чтобы у нас осталась и хорошая память, и наши пациенты о нас были хорошего мнения. Поэтому учимся постоянно. К нам присылают по согласованию специалистов в лабораторию. У нас блестящая лаборатория с очень хорошим оборудованием. Наша лаборатория, референс-лаборатория, это лаборатория, которая способна на себя взять анализ произведенных исследований в другом лечебном учреждении. Мы ежегодно сдаем экзамены, то есть к нам присылают биологические материалы. Мы определяем, где что есть, отвечаем, нам ставят оценки. Вот ниже пятерки мы не получаем. У нас процент, скажем, несовпадений практически ноль. Наши лаборанты, да. И у нас все современные методы диагностики вен-заболеваний. Раньше это было очень хлопотно. До 2006 года, вот когда пресловутый Вассерман был, у нас обитали на территории диспансера морские свинки, метисы черно-пестрых пород, это мы их, так сказать, сами выписывали, кролики, бараны. Нам нужны были эритроциты барана, причем барана не кастрированного. Должен быть баран, должен быть бараном настоящим. Кролики для того, чтобы в яичке кролика выращивать бледную спирохету. Это очень капризная дама. Вот это был высший пилотаж по всей Российской Федерации. Было время, когда только в Ставрополе эти спирохеты. Прям научный институт у вас получается? Ну, понимаете, жизнь заставляет, да, вот. Поэтому вот это все было. Сейчас мы перешли, как и многие из нас перешли питание, так сказать, полуфабрикаты. Сейчас борщ не варим, что-то открываем, что-то там это самое.
А раньше это все было вот изначально вот так. То есть диагностика, которую мы покупали, было достаточно мало, а все остальное было у нас. И мы брали кровь у баранов, брали сыворотку у морских свинок, яички кролика выращивали. То есть современные технологии уже вытеснили это? Вы понимаете, это очень точно как испечь пирог хозяйки. Да? Легче взять готовое тесто, готовую начинку, раскатать быстро это самое, там, в какую-то духовку все. Если это делать в русской печке, да, сначала взять муку, просеять, потом завести опару, потом это самое приготовить из фруктов, приготовить это начинку и все остальное прочее, это намного дольше, но это вкуснее. Вот сейчас мы работаем на полу, так сказать, условно на полуфабрикатах. Но тоже своя специфика. Современные методы диагностики, например, сифилиса, они намного более специфичные. То есть они хватают заболевания раньше, чем это делал Вассерман. Если мы говорим, допустим, о ПЦР-диагностике, это то, что сейчас обязательно должно быть в клинике. То есть система ключ-замок, да, нам приносят возбудитель, биосубстрат – это замок, а у нас ключи. И каким ключом открыли, то и пишем. Мы практически полный спектр заболеваний, передающихся половым путем, передаваемых правильно, они же не передаются сами, это не воздушно-капельная инфекция, не видела, чтобы эта воздушно-капельная инфекция передавалась, передаваемых половым путем, у нас полный спектр, начиная там от гонореи, уреаплазма, микоплазма, бородавки и т.д. и т.п. То есть все делает сейчас аппарат. То есть мы заходим, загружаем. Лаборант абсолютно лишен информации о пациенте. Есть номер, все это потом идет, потом сидит диспетчер, который разносит это так, это так. Ну, практически у нас достаточно высокая степень эффективности в плане диагностики, и где по дереву постучать, ошибок не было. Понимаете, у нас очень много зависит от лаборатории, потому что мы не имеем права ошибаться, потому что за нашей ошибкой может стоять семейный скандал, развод, дети, отношения. Это очень деликатная тема, и мы стараемся к этой деликатной теме столь же деликатно относиться. Ну, не могу не спросить, вот во всей этой деятельности масштабной, сложной, какая-то помощь, опять же, участие там, в национальных, региональных проектах ваше учреждение принимает? Вы знаете, да, мы работаем в проектах, мы работали в проектах, и которые, так скажем, федеральные, нас не обходят этими проектами, в последнее время в связи с ковидом их, правда, не было, вот, а все цифровизация, все наши программы, которые существуют в Ставропольском крае, нас касаются, да, в пределах нашей компетенции, мы нигде в стороне не остаемся. В отношении того, что нас слышат или не слышат, просто проиллюстрирую. У нас Ставрополье Южный регион, у нас, как ни странно, рак кожи на первом месте вообще стоит по заболеваемости. Это самый большой орган, самый интересный, наверное, ну, для нас, по крайней мере. И у нас достаточно высокая степень выявления меланомы. Вот сейчас мы с онкодиспансером вместе работаем по программе, вот, ну, скажем так, «Зеленой улицы». То есть приходят нам пациенты, которым не нравится какая-то родинка, где-то что-то как-то. У нас у каждого дерматолога есть дерматоскоп, это целая наука. То есть дерматоскоп – это не планшет, где взял, тебе там сразу мультик. Это нужно посмотреть, глазом оценить и все остальное прочее. Если только там что-то нам не нравится, то этот пациент направляется без всякой очереди по Зеленой улице, по Зеленому каналу, направляется в онкодиспансер. И там уже с ним работают. То есть там уже берется соскоб на наличие атипичных клеток и так далее. Это то, чего у нас нет в лаборатории, не может быть, потому что у нас онкологов в штате не существует, ну, как такового нет. И вот нас услышали в правительстве, спасибо, причем это абсолютно нежелание вильнуть хвостом. Если все срастется, я боюсь, в общем-то, говорить, но у нас появится уникальный аппарат, фотофайндер, который делает картирование всего тела, то есть заходит человек, да Винчи, да, стал, снимок, стал снимок, все заносится в компьютер, во-первых, выдает компьютер, что ему не нравится. Если все нравится, все хорошо, но человек суспициозен, то есть у него есть ряд родинок, по-русски говорим, родинок, да, родинки, бородавки, которые могут малигнизироваться, то есть они могут стать злокачественными. Вот это все в уме компьютер держит, через полгода человек приходит, он был
например, осенью и пришел после лета еще раз осенью. Опять делается картирование, мы видим, что появляется новое, что изменилось в худшую сторону и так далее. И это возможность оказать человеку своевременной помощи. Меланома – это самая быстро стреляющая опухоль. Очень, очень быстро идут метастазы. Поэтому это все актуально. Аппарат не дешевый. Производит только одна фирма, немецкая. Понимаете, что в наших условиях это трудно купить. Нам пошли навстречу, деньги выделили. И если все срастется, Господи благослови, то у нас будет уникальнейший аппарат, который вот таким вот образом... А пациенты сейчас могут войти на наш сайт, значит, зададут несколько вопросов. Если один из вопросов плюс, то мы ждем, пожалуйста, это достаточно, в общем-то, в ногу со временем. Здорово. Ну и давайте под завершение, вот, еще можно, мне кажется, бесконечно бы готовы бы с вами пообщаться. Ну, знаете, я в диспансере большую часть своей жизни прожил, ровно половину, поэтому, ну, понимаете, что можно говорить очень долго. Вот, да, но, к сожалению, да, у нас рамки у программы не позволяют, но так бы мы с вами с удовольствием бы поговорили. Я думаю, мы в следующий раз обязательно встретимся и еще продолжим нашу беседу и поговорим более раскрыто на какие-то отдельные темы. Ну вот в завершение, вот рекомендации, которые бы вы дали нашим зрителям. Не бояться нас, понимаете? Вот все эти мифы о том, что при диагностике вен-заболеваний куда-то что-то как-то сообщается, абсолютно никуда, никак, никому не сообщается. Канал закрытой связи у нас со станцией переливания крови, потому что донором не может быть человек, который переболел сифилисом, это понятно, да, абсолютно. Все запросы со стороны правоохранительных органов вот буквально процеживаются. То есть на нас даже обижаются. Говорят, вы такие вредные, не отвечаете. Мы очень бережно относимся к нашим пациентам в плане распространения информации. Вот я хочу сказать, за все время моей работы, а я в диспансере 34 года как избран главным врачом, у нас, Господи, не сочти за бахвальство, не было ситуации утечки информации по нашим больным. Это табу, причем это святая, священная корова, к этому даже, об этом даже говорить нельзя. Угу. По телефону мы не отвечаем, на нас пишут жалобы, обижаются, я хочу спросить, мой сын и так далее. Нет. В этой ситуации мы строго принципиальны, только из уст в уста и только с глазу на глаз. И ну, ситуации, когда там доверенность и так далее, да, пожалуйста, ну так нет. Поэтому бояться не нужно. Все делается, и просто скажу, у нас две ипостаси. Это вен-заболевание, как мы говорим, или ИППП, передаваемый половым путем. Это у нас половина поликлиники. Может обратиться каждый с паспортом, где есть ставропольская прописка. Иноземных граждан, которые к нам приходят из сопредельных территорий, мы вынуждены обследовать платно, потому что бюджет этой нашей поликлиники рассчитан только на жителей Ставропольского края. А мы жители Ставропольского края всех. У нас нет приписного населения. Любой и каждый приходящий ставропольчанин, пожалуйста, открытые двери. И есть отделение, подразделение в поликлинике, которое занимается в пределах медицинского страхования. Там паспорт, полис, в последнее время только паспорт, и, пожалуйста, мы оказываем помощь. Есть такое слово «бесплатно». Бесплатно ничего не бывает. Там, где бесплатно по вен-заболеваниям платит бюджет, там, где бесплатно по ОМС платит фонд медицинского страхования. То есть бесплатно для посетителя. Мы очень трогательно относимся к развитию платных, вот здесь можно сказать, услуг. Терпеть не могу, когда о медицинской помощи говорят услуга. Не услуга, это все-таки помощь. А вот если за деньги, то это, наверное, услуга. У нас разнесено полностью, у нас на Дзержинского 91, это отделение, которое занимается услугами платными. Все то, что делается в стенах диспансера, все бесплатно. Мы вот стараемся от этого уйти, потому что люди к этому очень болезненно относятся. Вот, например, только начались события на Украине, поток беженцев. Мы собрали коллектив, решением коллектива до появления официального документа мы принимали уже беженцев со статусом бесплатно. То есть они граждане сопредельной страны, но тем не менее по всему духу понятно, что людям нужно оказать помощь в их беде. А потом, когда пришла бумага о том, что бесплатно, нам стало еще, так сказать, легче.
Вот это не те деньги, за которыми нужно стремиться. В общем, не надо бояться, идти к врачу спокойно. Спокойно абсолютно. Детей мы смотрим только бесплатно. И не ждать, когда уже придется бежать. Да, к инвалидам, участникам и так далее. Мы выезжаем, у нас служба выездная есть, спокойно вызовы осуществляем. Поэтому бояться не нужно. Во-первых, это все тихо, это все спокойно, это расскажут, объяснят. И, ну, вот помните в той книге Бахутова, медико-топографическая, это самое, многие стремятся обратиться к знахарям. Не нужно. Потом проблемы такие. Хорошо. Михаил Алексеевич, огромное вам спасибо за то, что пришли сегодня к нам, уделили время и рассказали нам открыли нам очень важную тему и ответили на интересные вопросы. Спасибо вам. До дальнейших встреч. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали о краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере. У нас сегодня в гостях был главный врач этого медучреждения Михаил Земцов. Меня зовут Роман Выстроп. Берегите себя, берегите своих родных и близких, и будьте здоровы. И до новых встреч в эфире своего ТВ.